Вы еще услышите о моде Люка? Да я ваш срок заключения на голове отстаю. В цирке меня многому научили. Тут все бумажки. Не видать моды Люка этих улиток. В Шимере 8 лет. Штрафы за парковку — это серьезно. Еще одно дело закрыто. Последний день моей 36-летней карьеры. И ни единого промаха. Привет, Пэт. Я приехал за моды Люка. Эй, вам там удобно, мистер Де Люка? У меня нет настроения болтать с тобой. Закрой рот и вези меня на Альбатрос. Воля ваша. Но вообще-то я не в тюрьме работаю. И мы можем поехать куда-нибудь в другое место. Чё? Вот те на! Я знал, что Винни придет на выручку. Как тебя звать, парень? Чейз. Не помню такого, но плевать. Вези меня в наш схрон. Вообще-то, я работаю на Чанчуана. Но он мне уже поперек горла стоит. Я организовал этот побег, потому что хочу работать на реального авторитета. Ха-ха! А ты малый не промах, Чейз. Кедровая улица, там наш схрон. Похоже, они поняли, что к чему. Сейчас немного потрясет. Если есть возможность избежать 8-летней отсидки, могу и покувыркаться. Я бы поставил этому побегу твердую четверку. Совсем неплохо, парень. Теперь понятно, почему Чан нанял тебя. Водила ты первоклассный. Знаешь, ты почти слезу из меня вышиб. Прямо как тогда, когда Джимми Обрубок засунул меня в свой грузовик и перевез через границу. Вот это было время! Мы уже близко. Так ты точно хочешь стать членом банды Винни? Да. Ха. Замолвлю за тебя словечко. Пойми, парень, у меня к тебе нет претензий. Но Винни — это совсем другое дело.
Тебе придется из кожи вон лезть, чтобы он начал доверять тебе. Я готов на все, мистер Де Люка. Открой дверь и выпусти меня. Спасибо. Мо, тебе удалось сбежать. А мы тут сидим и думаем, как вытащить тебя с Альбатроса для Винни. Вы опоздали. Этот парень вас опередил. А теперь живо избавьтесь от этой тачки. Спасибо, Чейз. Я позвоню.